У нас облгазсервис. Мы приехали к вам для заключения договора, либо для отключения. Специалисты Мособлгаза прибыли по адресу. В деревне Чапаевка абонент проигнорировал уведомление о том, что требуется заключить договор на обслуживание газового оборудования. Согласно 40 постановлению, любой, у кого дома установлен газоиспользующее оборудование, в обязательном порядке должен его заключать для безопасного использования газом в быту. Мы приехали отключать, мы застали абонента на месте, мы объяснили ситуацию, то, что мы приехали отключить, либо мы можем здесь сейчас заключить договор. Антонина Иванова согласилась оформить документы. Газовики провели техническое обслуживание и проверили оборудование на утечку газа. Все работает исправно. Единокачественно, и буду всегда пользоваться вашими услугами. Спасибо. Жителям округа необходимо своевременно заключать договоры на обслуживание газового оборудования с представителями Мособлгаза. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».